Решение о такой мере поддержки принято в 2006 году и выполняется с тех пор постоянно. Что касается новых проектов, то о них говорили на заседании Совета по делам многодетных семей, который создан в 2014 году при администрации курорта. Среди итогов его работы в году уходящем – бесплатные путевки в летние лагеря. Их получили 200 многодетных семей. 783 малыша пошли в детские сады по первоочередным путевкам. И это далеко не все. По мнению членов Совета, он помог объединить представителей многодетных семей и сотрудников различных управлений, так или иначе связанных с социальной деятельностью. Основная функция совета – это прежде всего удовлетворить такие важные социальные потребности. Кроме того, на сегодняшний день 1307 семей заявили свое право и подтвердили его документально на получение земельного участка, которое положено согласно федеральному законодательству. Сейчас участки формируются, в будущем году эта работа будет продолжена. Не исключено и продолжение других проектов, например, таких, как выдача бесплатных абонементов на посещение кинотеатров, музеев и аттракционов. В 2015 году их было выдано ровно 1000. Также члены 1000 многодетных семей побывали на бесплатных экскурсиях в Красной Поляне.